Привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче, поехали». Ну что, ребята, сейчас как заживем хотя бы в ближайший месяц. Белтелеком и А1 объявили о том, что повышают тарифы не с 1 октября, а с 1 ноября. В среднем стоимость услуг увеличится на 4%. В последнее время информация о повышении налогов для ИП и самозанятых покрыта буквально мраком. Однако на днях появился новый проект Налогового кодекса Беларуси, опубликованный на сайте Минфина, согласно которому должны поднять единый налог для тех, кто не ведет предпринимательскую деятельность. Возможно, платить будут больше ведущие свадеб, веб-разработчики, строители и репетиторы. Но это не точно, ребята. Трагическая смерть в Светлогорске. Мужчина 65 лет привез ребенка в поликлинику и, когда парковался, умер. Ему стало плохо. Несмотря на то, что ему оказывали медицинскую помощь и даже приехала скорая, спасти мужчину, к сожалению, не удалось.